Живу в Сибири, в Хакасии. Здравствуйте, друзья! Сегодня такой маленький ролик, обзор моих томатов. И по названию вы уже знаете, что когда же моим томатам расти? Вот ровно на целый месяц отстают мои томаты. В прошлом году, в августе, а сегодня 6 августа, томаты были уже красные. Пусть не все, но много. А теперь вот эта новая теплица. Вот только такие помидоры зеленые. Красных, конечно, было совершенно мало. Были только вот здесь, яблочко с носиком. Они, конечно, были все красные. Я собрала здесь уже много томатов только вчера, поэтому здесь они зеленые. Скоро я вообще все отсюда уберу. И вот остальные это томаты. Вот такие вот хорошие, я считаю, что хорошие. И до самого верха вяжутся и укрупняются, уже, можно сказать, укрупнились. Осталось им только поспеть. Ну, чуть-чуть начинает поспевать. Но ведь это же вообще ненормально. Вот так, я не знаю. Не знаю, меня, конечно, берет паника, что они так поздно укрупнились. Поздно. На вот этой стороне теперь, на другой. Здесь вроде как даже и тоже неплохие, но... но есть, но когда же им расти, созревать, то есть. Расти-то они уже выросли, но... И только остается повторять но. Я... Конечно, в шоке. До свидания, друзья.